Отдельное спасибо, надо сказать, ребятам, охранникам, секьюрити. Без их бы праздника не было, не случилось. Это самые незаменимые люди на фестивале. Просто самые-самые важные, лучше, чем артисты. Ну все. Нормально? Нормально. До свидания. Иди. Ну все, нам разрешили работать. Предлагаю в этом влоге, это последний влог с жары, спасибо за то, что были с нами. Так давайте в этом влоге мы ведем еще одну экспериментальную рубрику. Она будет называться «Чё произошло?». Ирина Дубцова представила новую песню, полная премьера на берегу Каспийского моря. Смотрим. Ирина Дубцова! Он может не звонить, не говорить очень долго, что без тебя не может жить. Он может исчезать и обнимать еще стольких, ну а тебя уже любить. Чуть вот сюда, наоборот. Все красиво, вот так. Нет, наоборот, на нас. Так идет? Так. Все, можешь исправили, так? Могу, держу. Примера новой песни была только что. Ну что, дорогие друзья, хотите слышать чаще и чаще мою новую песню «Свадьба» или «Кольцо на правой руке»? Заказывайте ее на картину. Спасибо. А меня? Всем пока! Это я сделал. Ну ты что, не понял, что ли? Продолжаем рубрику «Чё произошло?». Нелепая ситуация произошла с Джахалибом. Смотрите, что было. Этого никто не увидит, потому что в эфир это никогда не попадет. А у вас есть эксклюзивная возможность посмотреть, как и кто выбежал на сцену. А главное, каким образом отреагировал Джахалиб прямо сейчас. Выскочил на сцену, обнимает Халиба, пока не понимает никто, что происходит. Халиб растерялся. Помоги людям, да, помоги. Это фанат. По-моему, Халиб растерялся чуть-чуть. Да не шума для какашек, а? Вылетел. Вот такое бывает на фестивалях, друзья. Вот ты все лавры забрал. Вот ты сейчас все забрал, Нася. Молодец. Красава. Ну и, конечно, самым ярким выступлением на фестивале это группа «Ленинград», группировка «Ленинград». Все вы знаете и любите их песни, поэтому показывать не буду. Так, пару фрагментов. У вас есть возможность прямо сейчас увидеть, как Сергей Шнуров поддерживает публику, которая не очень ярко реагирует на его выступление. Ребята, так, блядь, праздника не получится. Вообще фестиваль «Жара» подтвердил свое название. Самый яркий, жаркий, самый масштабный. И знаете, на этой сцене огромное количество артистов раскрыло себя с другой стороны. Для меня было удивлением выступление Тимура Родригеса. Не было песен про несчастную или наоборот счастливую любовь. А просто он рассказал историю про то, как ушел в капюшон. Ушел в капюшон. Ну что, проблема, ну быстро решил. Значит, ты что-то нашел, и сейчас скажи тебе хорошо. Будто бы ты отрешен. Ты пробовал разных шур. Ты же так решил. Нет, ты так услышал. Что за новым улице этот грешок? Ты все бурят и прошел, но будто провел черту красным карандашом. Шоу! Но мечта, как черт товарищ, достаточно просто найти свой кусок. Ты все! Баку! Баку! Бо-бо-бо-бо! Ну, конечно же, селфи, друзья, это неотъемлемая часть фестивалей. Сфотографироваться хотят все, в этом случае с СТ. Давайте и мы попробуем. Yeah.
Ну все, всем пока-пока. В этом влоге мы больше не увидимся, но это не точно. Картина ТВ, спасибо за поддержку. Смотрите влоги Картина ТВ и, конечно, смотрите само Картина ТВ. Это был ваш Интерс Бусовис. Пока. Пока.